Приветствую вас, Кристина. Здесь все довольно просто. У вас, с одной стороны, травма от потери близкого человека, мамы, которую вы до сих пор, вероятно, не пережили и не отпустили, вероятно, свою маму. Вы. Вот. А с другой стороны, есть неуверенность в себе, отсутствие в полной мере самостоятельности, страх, неопределенность, отсутствие доверия себе, своим чувствам. И, соответственно, как результат, постоянный тревожный фон. Вот. И, соответственно, как бы из-за этого все у вас и происходит. Вот. А болезнь — это такой способ не оставаться одной. То есть вот вы, на мой взгляд, прямо очень сильно боитесь остаться одна, да, вы не хотите остаться одна, ну, оставаться одна. Вот, вам страшно, что вы можете остаться одна, и болезнь используется вот как способ, как средство для того, чтобы не быть одной. Вот. То есть это, вообще говоря, это, так сказать, классика. Вот. Классика жанра, вообще говоря. То есть, такое, знаете, вот что-то вроде истерического поведения, вот. Связано оно с тем, что вы хотите к себе внимания, связано с тем, что вы не хотите быть такой, что вы боитесь быть одна. Не можете быть одна, может быть, не умеете быть одна. Вот. Разные есть основания для такого состояния. Но совершенно очевидно, что болезнь, вот именно болезнь, это следствие травмы, которое вы переживаете, вот, в результате потери своей мамы. И вот, вам, наверное, необходимо, ну, в первую очередь помочь преодолеть этот тяжелый период, прожить всю боль, вызванную потерей мамы, да, и научиться быть самостоятельно, наверное. Вот. Тогда вам будет легче в любом случае жить. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Не совсем понятно, зачем вы выложили свою фотографию, да, то есть фотография нам, психологам, не особо нужна.
Ну, тем более, что вы выложили ее достаточно мелким шрифтом, где давно достаточно мелким масштабом, где вас, в принципе, не видно практически. Вот, и если бы были видны глаза, то можно было бы по физиогномике вам что-то дать. Так, конечно, информации мало. Да. Но в целом, я думаю, что вот один из таких ключевых моментов заключается в том, чтобы помочь вам, в первую очередь, пережить травму, которая, которая вызвана тем, что вы потеряли свою маму. Вот. И как бы, ну, с этого все началось. Вот. Я думаю, что от этого и нужно отталкиваться вам. Вот. Такая вот история. Я надеюсь, что для вас это было полезно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Дальше. Надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом. Вы найдете выход из нее и сможете жить дальше счастливо.